Хей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Уга-Буга, Шоколадный Степ, Арара, Ампер, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Привет всем! Всем привет! Всем хай! Всем здравствуйте! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, Школа Балди, и давно у нас не было рубрики с хэдкрабами. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Правила у нас просты. Пацаны должны не дать себя убить, а я должен всех замочить. Пацаны могут использовать оружие, дробовики, пистолеты. Ну а я, конечно же, должен всех по красоте повселяться и убить. Так, первый есть. Хорошо. Надо мне очень внимательно, ребята, это делать. Очень. Вот это вместе. Давайте, давайте, ребята, давай. Вас это не спасет. Так, потому что минус. Я ж профессиональный хэдкраб. Сейчас посмотрим, Дим. Опа. Вон, а, опа, опа, не попал, не попал. А, попытка была хорошая, ну не смог. Подходи, подходи. Вот так вот. А, ранил, ранил, есть. А чего вы, пацаны, убегаете? Не бойтесь. Не бойтесь. А. Ой. Я же вселился вроде... А, ну хорошо. Убежали. Я подался в этот раз специально. Есть! Ну! Ай, да что у вас за патроны отталкивают? Так, вы заразы такие, хорошо. Блин, видно, да, было меня? Я думал, вы меня не увидите за этим пультом двухмерным. Ну хорошо, хорошо. Мне страшно. Не бойся, не бойся. Ты первый умрешь. А, да вы задрали метки из жопы. А, хотя, кстати, никто ни разу не попал. Ребята, сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное и позитивное. А! А кто краб? Да я пока есть хэдкраб. Никто мне еще этот не дает, чтобы я вселился в кишки. Поваляли уже всякие шкафы там. Так. Надо подпустить кого-то поближе. А, так вот. Ай. Давай, Дима, попади, давай, давай. Давай, иду, неси. Да, да вот-вот, и уже. Ну, блин, ну жизни же отнимаются, да, пацаны? Да, да. Я чуть не убил. Еще чуть-чуть. Так, ребята, ну что, с каждым разом все больше и больше я подбираюсь для того, чтобы все-таки кого-то замочить. А, это ты задрал, дробочист. А, Рара, я тебя помню в тех сериях, ты очень хорошо. Все, есть, ну что, первый есть. Сейчас я его выселю, чтобы он умер. Ну что, ребята, нас уже двое. Нас уже двое, сейчас будет все легче и легче. Хорошо. Молодец. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет 7-6 хэдкрабов и один выживший. Ай-яй-яй. А последний выживший уже сможет разное оружие использовать. И базуки, и гранаты. Тихо-тихо-тихо. Попал мне в лапку, подстрелил. Не ходи туда, вон он. Я убежал, меня нету уже там. Да не ври. Да нету, нету. За углом сидит. Ай, промахнулся, промахнулся, блин. О, нет. Вы же друг друга убивать будете. Ай-яй-яй, ну блин, ну тяжело попасть, ребята, что... Ух ты, меня откинул как. Ай, по мне не надо. Так, а сколько уже хэдкрабов нас? Два только, по-моему. Два, хорошо. О, уже три. Вот, уже три, отлично, ребята, отлично. Так, продвигаемся. Третий. Я не знаю, кого-то убили. Ай! Да что за оружие у тебя такое мощное? Ай-яй-яй, это скорострельный, да, тот? Ой, я еще свалил. Один. Еще один, ребята, ну, у нас все больше и больше пополняется семья хэдкрабов. А, есть, ранил. Ой. Ай. О, тут без головы валяется челик, отлично. Это мы быстро расправляемся с ними, потому что заполонили уже всю карту. А, это наш, это наш. Ой, не бойся, не бойся. Давайте толпой напад... Мне свой же убил. Не, ну это не считается. Давай, чтобы хэдкраб тебя убил, ребята. Будем по-честному. Хорошо. Friendly Fire не будем считать. Вот, а вот это мы считаем. Не увидел меня. Сразу давай выселись с тебя. Так, пойдет, пойдет. А почему... Так, подожди. Куда идем?
Так, мне кажется, что кто-то где-то заныкался в классе сидит. Давайте будем смотреть. Так, давайте перекличку. Кто хэдкраб? Я. А кто не хэдкраб? Я. Вас двое. А, промахнулся! Промахнулся! Стоять! Иди сюда! Этот не может попасть. Ребята, очень тяжело попадать, потому что мы мелкие. Убегаешь, да? И дверь еще закрывай. Так. Ой, блин, стоять! Так, а куда он побежал? Налево, направо? Направо. Ай! Арара хорошо играет. Я помню, в тех сериях ты хорошо, да, всегда стреляешь? Да. Ты молодец. Обучался у Жан-Клода Ван Дамма. Настрель отличная у нас. Так, продвигаемся. Так, толпа у нас большая. Привет. Мы можем двигать? О, мы можем двигать. Да, я его сейчас отодвину. Он не мешал нам бегать. А пусть будет. Игрок обычно споткнется об него. Да чем ты стреляешь? У нас хорошо пацаны остались. Остались самые меткие стрелки, которые прям хорошо стреляют. Отлично просто. Снайпер. Ага. Так, идем на выстрелы. Вижу, сидит стрелок. Вижу. Ой. Тебя это не спасет. Ах, ладно, спасет. Мощный пулемет выбрал он. О, я вижу жертву. И давайте будем чекать. Убежал, давайте ему навстречу будем идти. Сейчас он тут выйдет. О! Сейчас мы его встретим. Должен тут где-то выйти? Меня убили. Ну что, Арара, ты теперь можешь использовать любое оружие. Гранаты, базуки. Ой. Да, любое оружие, кроме ядерных бомб. Я тебя убил! Я оружие выбирал. Ребята, раунд номер два. Беру мощное оружие. Вот, вот этот пулемет мне понравился. Реально хорошо фигачит, только патронов мало. Вот, 300 патронов. Арара, ты готов? 3, 2, 1. Раунд номер два начался. А нет, подожди, это уже мертвый. Ты дурак, что ли? Я тебя убью, я запомнил. Отлично, за тот раз тебя отомстил. Так, давайте все-таки возьмем вот этот пулемет. Нет, не этот. Во, 100 патронов. Вообще мощь. Так, да пацаны, блин, будьте внимательны. Я его хотел убить. Ну, видишь, не получилось. Пацаны, где он, инфу? Я его только что прикончил. Понял. А, да, вижу, убил его. Еще раз укончил. Ой, закончил. Так, смотрим здесь. Вот он. Пойдет. Классно, да, когда мы толпой фигачим? Ой, извини. Извини, всех убил. Ха-ха-ха, только хэдкраба не убил. Блин, почти. Тяжело, да, играть, когда все мочат? Да. Ну вот так вот, в моей шкуре побудь. Отлично. Прикончили. А уже два хэдкраба? Или тот труп валялся, да? Я уже перепутал, потому что с того раунда, наверное, пооставались. Так, слышу, эти вонючки прыгают где-то. Два хэдкраба. Это хорошо. Слышишь, топает? Тихо, не заходи туда. Вот так и стоим на перекрестке. Если что, можем свалить. Отлично. Короче, те, кто остался в том раунде последний, теперь вдвоем первые слились. Вот так и стоим. Хорошо стоим. Он не пройдет. Не дадим ни одного шанса пройти. Мы психи. У нас команда Рэмбо, которая мочит всех. Вот он, мочи. Ха-ха, вообще мощно. Если мы так будем стоять толпой, они никогда в жизни не пройдут. Ай. Ты капец. Меня ранили. В ноги, да не стреляйте дробашом, это больно. Тихо, никого нету. А! Блин, да ладно! Да ну как? Представляете, прям набежал на его прыжок. Очень умный человек. Обращайтесь. Это я. Красавчик, молодчик. Так, ну что, теперь я выдвигаюсь тоже на охоту. Давайте, пацаны, мы должны их наказать. Не страшно, не надо. Не бойся, не бойся. Ай-яй-яй, в живот-то больно.
Кстати, их откан, вам не больно вставать. Эх, промахнулся, блин, уклонилась. Еще одного бей. А, вы друг друга мочите. Ха-ха-ха-ха. Молодцы. Твоя школа, Дим. Конечно. Friendly Fire, это классно же. Ай-яй-яй, растерли в порошок. Парты раскидали, все поломали. Молодцы. Так, давайте попробуем стекло разбить. Насколько я знаю, можно стекла бить. Да, отлично. Я эту карту помню хорошо. Это оружие фуфлыжное, которое он взял, кстати. Series M2. Не очень оно такое мощное. Может, что-то было и получше выбрать. Смотрите. Ха-ха-ха, не попадает толком. Смотрите. А, ладно, ладно. Попал. Увидел. Класс. Четко. Замочейшим. А! Дурак, что ли? Откуда ты стрелял? А, еще бы чуть-чуть бы и попал. Стоять. Ай, за парты увидел. За стола кухонного. Куда ты чекаешь там, я буду чекать с другой стороны. Кстати, Дима, осторожней. Да. Столы наносят урон. Я знаю. Так, они что тут? В столовке, да, у нас? Покушать, ребята. Мы тоже хотим покушать. О, все. Все. Всех убили опять? Нет. Да. Нет. Еще один остался? Мы с Угабугой. А, ну все. Блин, меня вдвоем это убили. Ну это ж хорошо. Один за жопу, один за голову. Ребята, вообще могли в классе сидеть и чекать только двери. Это же легко. О, вы друг друга убиваете. Молодцы. Сорян. Не прощаюсь. Так, проверяем, проверяем. Так, никого нет. Открывайте все классы, они где-то в классе сидят, по любасу. Я бы так сделал бы. До последнего стоим, минус. Да. Давайте, пацаны, я вас верю. В принципе, давайте вы будете использовать любое оружие. Как вам такое? Что было вам пожестче? Чтобы нам было, знаете, потяжелее вас убить. Потому что карта очень манюсенькая, легко убивать. О, пули летят, вижу. Так, все, никого нету. Ай-яй-яй-яй-яй, уклоняемся. Смотрите, опа-па. Ай, попал, попал. Прикольные звуки выстрела так вдалеке. А, в воздухе растерли. Такое эхо идет, непривычное. Давайте, пацаны, мы сможем. Они заняли, короче, такие позиции, где длинный коридор. Ай, ай. Смотрите, уклоняемся. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, давайте поближе сейчас. Попробуем подойти как-то. Так. Да что у тебя за оружие? Это Counter-Strike, да, у тебя? Нет, это из Left 4 Dead. Left 4 Dead? Вот тут подошел маленький. Прямо устраним быстренько. Блин, а... Ой, еще б чуть-чуть попал бы. Есть! Че, двоих сразу убили? Нет. Так, хорошо. Остался один. Использую разное оружие. Гранаты, базуки, ну. Хотя базуку тебе не рекомендую, ты сам себя, скорее всего, убьешь. Эта карта такая сделана так, чтобы вы не смогли использовать взрывоопасное оружие, потому что сразу проигрываете. Так, ага, все, никого нет. Убили его? Да. Ой, ребята, вы что такие? Хорошо, давайте сейчас сделаем раунд такой. Я буду один выживший, а вы будете всех от крабами. Ну что, пацаны, я готов. Я уже вижу. Давайте, давайте, попробуйте зайти. Хорошая, ребята, тактика. Ого, шпарты лагают. Это очень круто. Ого, да что они так колбасят? А как вы, вот как вы зайдете, как? А вот никак. А вот никак вы не зайдете. А где он? Блин, ну давайте еще один шанс, я додик. Ну блин, ну да на самом деле я специально убил сам себя. Ну блин, ну это что, надо так много ума гранатометом стрельнуть в помещении. А то противотанковое было. Я готов. Блин, ну это немножко читерски, но так для того, чтобы хотя бы дольше прожить. А так вы никак не зайдете. Вот вы же не зайдете никак. Я тоже понял. Нельзя так, Дим. А чё нельзя? Ну потом, может, читерский способ. Хорошо, давайте другой способ сейчас выберу. Так. Сейчас. О! Все, я гранаты бросать не буду, давайте. Да чё я умер? Да чего я умер?
Хорошо, давайте сейчас я буду выживать чисто с пулеметом. Все, никаких взрывных гранат, чисто пулемет. Давайте, я готов. Попробуй. Давай. Покажите, на что вы способны. Да, ребята, выживальщик с меня такой, знаете. Ха-ха-ха, не очень. Слышу, слышу, бегут. Для начала они должны меня найти. Найдете? Значит, ты в кабинете. Да, я в кабинете. Сейчас я угадаю с первой попытки. Давай. Может, он в кабинете директора? О, нет, я не в кабинете директора. Ладно, я сейчас проверим. Могу дать вам подсказку, хотите? Давай. Ого, пули рикошетят. Опасное оружие. Нифига себе, от него пыль идет. Извиняюсь. Опа, опа-па, ну что, я побежал. Спасибо, пацаны, с вами было хорошо. А, дверь, гони моя. Жизни, жизни. Уговорете там, вы чё как... Отвали! Подстрелил, подстрелил. Отлично, отлично. Все! И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Олег, Пика, Тимончик, Балдай, Зоникс, Арара. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем здорово! Сегодня мы играем на карте Бенди. Пацаны должны запрятать бомбу, а я ее должен найти и взорвать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, пацаны, надеюсь, вы бомбу хорошо запрятали и хорошо стреляете с ружей и дробовиков, потому что я сегодня буду очень агрессивным и мочить всех, кого вижу. Легко. Все, я в одном из вас. 5 секунд жду и буду вставать большим. Не успел, не успел. О, успел. Да ладно, да как это на соплях? Хорошо, повезло. На 5-й секунде взорвал бомбу. Блин, надо было раньше выселяться. Но было бы не по-честному, поэтому, ребята, если вы любите честные ролики и веселый контент, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать классный ролик. Так, моя цель сейчас что? Найти бомбу. Ищем бомбу. Вот здесь, да, она, наверное? А здесь бомбы нет. Ну и меня тоже уже нет. Начинается веселье. То, что я больше всего люблю. Эй, наступил на меня! Обычно на чужого не наступает. Ничего, ничего страшного, ничего. Я буду скоро вселяться вам в пузо. Эй, как туда попасть вверх? Ага, ага, стопе, стопе, стопе. Есть! Есть, опять в том же самом вселился. А, блин, вы увидели, да, что у него вселился и сразу убили его? Да. Понял, нет, понял. Нет, Дима, ты сказал того же самого же, я понял, ты прокол. А, растворили. Так, бомбы там нету? Бомбу. А так, а где бомба? Давайте подсказку, на первом этаже или на втором? Хотя не надо, я и так найду. Ну ладно, на первом все равно, не зря. А, на первом? Хорошо. Второго этажа нету. А то тут. Ну как, тут есть как бы второй этаж? Ступеньки же идут наверх, это второй этаж. Ага. Так. Может быть, это подвал? Это подвал. Первый этаж подвала. Есть! 5, 4. Зараза! Все, не буду говорить, что вселился. Буду на крысу просто вставать большим и мочить. И тогда я бомбу, ребята, сразу найду, когда стану большим. Но для начала надо стать большим. У кого, кого? Не знаю, я... А, зараза, да как мне... Так, хорошо, я буду сейчас включать, это был легкий левел, усложняем левел. Усложняем. Тихо, по звуку, вот по звуку его легко определить. Есть, есть... А, ладно, ладно, убили. Хочу сказать, что кого-то из вас селился, чтобы вы начали друг друга мочить. Но не буду. У кого там кого? Так, отчитываем 5 секунд. Тиму, все, он не смог, понять, что это я был, и я стою большим. Вышел чужой на охоту. Теперь, пацаны, я ищу бомбу. А бомбу я найду. Короче, надо искать, там, где вы очень много третесь, значит, там и бомба где-то. Так, здесь нет, давайте по порядку искать. Сожрали. Отлично. Слышь, я тебе сейчас этот пистолет, знаешь, куда засуну? Эй! Тихо-тихо-тихо, вентиляцию! О, не успел! Ай, хорошо! Я вам поддавался, на самом деле. Конечно, так мы тебе... Так, отсчитываем 5 секунд. 5 секунд.
кого, кого. Ай! Блин, я уже стал большим, и он в это время гранату взорвал. Ну, блин. Хорошо, это была репетиция. Кого? Так, давайте немножко посидим здесь, посмотрим, что пацаны будут делать. Мне не видно, да, никого там? Все, я в одном из вас. Думайте, в ком же я? Убивайте друг друга. Я не в ком был, я пошутил. Да блин, ты видишь, что я в нем, да, был? Нет, просто... Да блин, ну смотри, хорошо стреляете, пингвинус, ты чего? Есть, есть. Кого? Не знаю. Думаете, в ком я? Все, 5 секунд есть. И опять я большой, отлично. Я вышел на охоту, и теперь моя цель найти бомбу. Давайте будем ее искать вместе с вами. А вы ее сильно запрятали, да? Да. Очень сильно. Хорошо. Как это никогда? Никогда не говори никогда. Потому что я ее найду. Чтобы я не нашел бомбу. Я ее нашел, она за комодом стоит. Стоя. Правильно я сказал? Правильно. Вы что, вы сейчас взорвете бомбу сами? Ой, провалился. Да как? Что за... Вы чего? Вы чего? Отлично, отлично. Стойте, не стреляйте. Пингвинус, он в тебе. Во мне стреляйте. Бомбу. Бомба активирована. Давайте, стреляйте, стреляйте. Ну и бой раунд я затащу. Ну стреляй еще, давай. Не хотите, да, стрелять? Есть! Есть! Ну, учитывая то, что я умер много раз, то вы, в принципе, победили. Ну, бомба была взорвана, значит, ничья. Хорошо. Давайте теперь еще раз прячьте бомбу. Ну что, ребята, раунд номер 2. Пацаны запрятали бомбу, я выдвинулся. Я, кстати, слышал, что она активировалась, даже звук был такой ти-тить. Это означает, что бомба ударилась об тяжелое что-то. И это было на верхнем этаже. Идемте сразу наверх. Нет, она внизу, Дим. Внизу? Ты врешь сейчас или правду говоришь? А вот это не знаю. Хорошо, ну ничего. Сейчас моя цель, что вселиться в одного из них. Так, а давайте здесь все-таки посмотрим, может где-то они ее тут заныкали. Ты бомбу такую же запрятал или другую? Понял. Понял. Эй, блин, наступил на меня. Ай, хорошо, хорошо. Молодец, Зоникс, убил чужого. Ничего. Не найдешь, Дима. Не найду? Да. Зря вы это говорите. Потому что она на втором этаже. Она вот тут за комодом, да, наверное, заныкана? Комодом, да. Второй раз за комод запрятали, молодцы. Так, давайте, давайте. Стреляйте, стреляйте. Патроны бесконечные, да? Так, давайте сюда сходим. Иду, иду к вам. Отлично. Ну, блин, я не успею. Зараза, хорошо. На 5-й секунде убивает. Ребята, РПГ под ноги быстрее стрелять. Я просто вам забыл сказать, что можно РПГ использовать. Моментально. Моментальная смерть. Блин, где же бомба? На втором этаже или нет? Вы не хотите сказать честно? Ой, вот это не знаю. Ну, наверное, он вообще на левом этаже. Опа, я уже поднялся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А хорошо, хорошо. Молодец, хорошо стреляешь. Я запомнил твою текстуру на лице. Отлично. Все. Есть! А из этого я тебя сожру. Прячемся? Ай. Прячемся. Ну что, летим наверх, ищем бомбу. А, ну вентилятор. Где вы же запрятали эту бомбу, вонючая? А здесь ее нету. Здесь ее нету. Все, нашел! Нашел, пацаны, ну что?
Как вы думаете, за сколько секунд теперь я ее взорву? Аккуратно не взорвись. Стойте, я знаю, и все идите, где находится бомба. Я знаю сейчас, сейчас мы тактику сделаем. Ах вы конь, молодцы. Все, идите, сейчас ему сюрприз сделаем, если он придет. Все идите, где бомба находится. А где бомба находится? А, я вижу. Тихо. Дима, ты где? Так я бомбу не вижу. Ладно. Дима, для нас бодисерфинг. Вижу, вы ее приклеили к потолку. Молодцы. Ну что, пацаны, я захожу. Вот это веселье, как они хотят меня убить. У вас не получится, я буду жить долго. Он к нам идет. Пацаны, он к нам идет. Так, а как же я теперь ее взорву, если она наверху приклеена? Ага. Да, я знаю, что надо сделать. Есть! Теперь вы точно проиграли, потому что вы ее взорвали сами. А почему стреляли по бомбе? Зачем вы это делали? Офигеть. Ну что, давайте третий решающий раунд. Первый раз я проиграл, второй раз я выиграл, и третий раз сейчас будет решающий. Выиграл я или нет, или вы выиграли. Сейчас мы сделаем, ребята, 5 попыток. Если я в течение 5 попыток не смогу взорвать ее, значит, пацаны выиграли. Вы готовы? Бомба заныкана. Погнали. Так, надо быть очень внимательным, чтобы пацаны меня не убили. Он где-то внизу. Я внизу, да, совершенно верно. Так, первая попытка есть. Первая попытка неудачная. Ты какаш. Да, я такой. Есть! Я стал большим! Есть! Получилось! Так, ребята, со второй попытки стал большим и начинаем всех жрать. Я специально не ждал 5 секунд, потому что если бы я еще 5 секунд ждал в кишках у кого-то, я вообще бы никогда не выиграл. Ты дурак, что ли? А где он? Есть! Отлично! Ну, давайте! Есть! Убили! Так, это у нас была какая? Вторая попытка, да? Да, это вторая вот. Вторая попытка. Еще, ребята, 3 попытки. Я должен. Есть! Я стал большим! Тикай! Отлично! Сейчас я должен точно бомбу найти. Ищем бомбу. Он в потолку. Ну что, пацаны, я нашел бомбу. Не делайте, как вы ее сейчас защитите? Нашел ты на потолке, да? О, чувак отлетел красиво. Ну что, пацаны, как вы будете защищать бомбу, да? Только не стреляйте, пань. Блин, как же мне туда зайти? Как-то, Дима, как? Так, надо сейчас тактику мне придумать, как зайти туда. А, стоп. Стойте. Вот так. Если он вот так, то можно вот так стрельнуть. Потому что... Все, да я умный. Дима, хочешь вылезаем? Мы со смениган... Вижу бомбу. Я ее сразу не вижу, я сначала делаю вид, что я ее вижу. Потом я ее нахожу, благодаря вам. Так, ну я бомбу-то не вижу. Саму бомбу не вижу я. Потому что слепой. Ну что слепой? Вы опять ее где-то приклеили в жопе мира, блин. Ага, согласен. Вижу за картиной заныкали бомбу. Представляете, какие хитрые? Ну что? Ха-ха, я активировал. Так, ну что, пытаемся ее как-то взорвать. Дайте стрелять. Они сейчас сами взорвут, как всегда, я буду выигрыш. Стреляйте. Зря вы стреляете, зря. Стреляйте, стойте, не стреляйте. О! Успел.
Пика, подлец! Пика, подлец! Самый настоящий! Четвертая попытка! Четвертая попытка! А давайте ему сюрприз так же. Блин, как ты, Пика, так научился стрелять хорошо? Молодец! Потому что на сервере одном играет. Мгновенная смерть! Просто мгновенная вообще! Без вариантов! Так, значит, вы в машинном отделении находитесь. Бежим. Ой, тихо, а тихо, зачем тихо. А! О, последняя попытка! Последняя попытка! Давайте, давайте, выиграйте. Только, блин, пожалуйста. Надо так, ребята, сейчас осторожно все, играть. Банза, банза, иди сюда. Банза, когда есть попытки, сюда. Немножко банза. Тяжелее играть. Надо аккуратно. Только когда мы бесконечно играем, это нечестно. Банза, иди сюда. Так. Блин, вы вообще молодчики. Вот и я молодец, вот так вот все, что с конец был. Да, да, вы уже проиграли. Так, я обхожу, вижу, на ступеньках стоит. Я иду с другой стороны. Другой стороной обхожу. Ты какие хитрые, а? Я прыгаю специально перед ними. Ну спускайтесь, спускайтесь, очкошники. Нет, нет, не надо. Спускайся. Тихо, стой. Вторая ступеньки, вторые ступеньки свободны, я поднимаюсь. Есть, первая ступенька есть. Ой, вы заразы. Я не могу по ступенькам ходить, Торвальда. А! Блин! Ну ладно, ладно. Хорошо, давайте, я проиграл, я считаю, давайте тогда сразу возьму большого и попробую ее взорвать, хорошо? Все, пацаны, в этом ролике вы выиграли, 100%. Я не смог победить, но вы молодцы. Хорошо, идемте на пролом. Давай, иди. Вот наша бомбочка. Вот наша бомба. Где бомба? Вы ее взорвали сами! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанек, Черное Жерло, Форум, Фуфлик, Уга-Буга, Хитачи, Мерси. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ассалам алейкум. Привет. Алейкум ассалам. Привет. Ребята, сегодня у нас очень классная, веселая рубрика, которая залетает и всем нравится. Это «Чужой в школе бал». Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. У пацанов сегодня очень простые правила. Максимально хорошо выживать и использовать уже пистолеты и дробовики. Так, хорошая попытка, пацаны, хорошая. Я сегодня буду очень хорошо играть. Сначала посмотрим, что пацаны умеют. Ихние возможности. А потом уже начнем их гасить. Ой, Дима. Сегодня поставлю себе камеру пониже, чтобы, знаете, более чувствовать, как вот за чужого играешь ты. Стеномор. Хорошо, хорошо. Вот тот, кто меня больше всех убивает, буду пытаться в него вселяться. Тихо, тихо, тихо. Нифига себе вы мучите! Неплохо, пацаны, неплохо. Саня, какое оружие? А, ну я знаю насчет этого. Лучше его гасить, чем прятаться. Так, я уже за одним слежу. Мы все в толпе. Опа, я уже в одном из вас. Ну-ка, давайте, в ком же я? О, в ком же ты? Ой-ой. Так, не попали. Нет, 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 нет. А он походу на сета. Ай, он троллит. Хорошо, я вас троллю, молодцы. Да, он троллил. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот теперь вселился. Я стрелял, я в тебя стрелял. Уга-буга. Это не я. Ребята, настроение классное. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Кто хочет с нами пообщаться в Дискорде, позаписывать, заходите по ссылочке. Блин, а как я в него не вселился? А, пацаны, вам надо взять полноразмерные скины. Я в маленькие скины вселяться не могу. Нет, Дима, мы на таких скинах, которые имеют... Не, я не могу. Я, допустим, только что прыгнул на голову собачьему патрулю, я не мог в него вселиться. А у меня классический комбайн. Я на покемоне двух покупать целую. Ах ты, скелет вонючий. Хорошо, хорошо, пацаны, это разминка. Сейчас будет жестче. Когда я вселюсь в кого-то, я уже, конечно, об этом говорить не буду. И когда проходит 5 секунд, я буду вставать большим. Я слышу. Вот смотрите, ну встань, вот не двигайся, дай попробую. Так я попробую собачий патруль вселиться. Мне кажется, я не могу реально в него вселяться. Ты задрал, морда! Наступили на голову! Губуга! Да блин, как ты так быстро среагировал? Ты че, псих, что ли? Ты че, неадекватный? Блин, вы видели, как он моментально меня замочил? Косожопый. Форум совсем офигел. А нет, а теперь я уже не шучу. Теперь я реально хочу уже в кого-то вселиться. Смотрите, а у меня уже не получается.
Ты шутишь, да. Шутник. Видите, я не могу вселиться в него. Так что давай, убирай своего собачьего патруля и бери обычный скин. И в гуся тоже не смогу вселиться. Нет, у меня скин нормальный. Да? Комбайн. Ты думаешь? Да, увидишь. У меня обычный скин комбайна. Так, нет, я уже должен был вообще в одного вселиться из вас. Но так как у него скин рахитный. Ага. Молодец, замочил, молодец. Я Черный, давай, форум, иди сюда, я сзади. Я не хочу тактик, но просто буду бегать, Диму искать. Ну что, 5 секунд прошло. Кого? Он даже не заметил. Я же когда сказал, что ты меня убил, ты что, видел, что мое имя отобразилось в оверлее? Так, ребята, для того, чтобы я стал смертным, надо прописывать килл. Потому что когда я вселяюсь с человека, то я стою бессмертным. Опа, тихо, тихо, тихо. Успокойся, успокойся. А теперь я должен их всех съесть. Это самое любимое мое блюдо. А он тут где-то. О, давайте возьмем вот этого чужого. Вот этот чужой получше будет. Ну что, погнали, ребята. Отлично. Он в кабинете сидит. Да, я такой. Будем ждать. Ожидаем пацанов и начинаем их всех жрать. Еще отлично, ребята. Возле выхода. Чего? Ага. Ой, ну-ка, давай ко мне. Ладно, давайте, когда я буду большим, да, можете разное оружие брать. Только когда я маленький, не можете брать. Потому что вообще сложно будет. Кого? Админский пистолет можно? Нет, нельзя, ты что? Это же нечестно будет. Я тогда буду бессмертный, если ты будешь с одного выстрела меня убивать. О, смотри, я чувствую, тут кто-то бежит. Смотри, сейчас я съем. 3, 2, 1... 0. Там. Туда. А нет, это не тот. Он вылез где-то. Это Дима. Дима, ты где? Они тут вообще не ходят возле класса. Я думал, они ходят. Не, мы не ходим. Дима, так, не знаете, где я сидел. Ой, я знаю, куда надо, ребята. Я вот сейчас сюда прилечу. А чё я невидимый? А подожди, в канализацию. Вот всё, он. Мы 14 он в столовке был. Был? А я невидимый стал был почему-то. Я не могу стать видимым. Это баг, кстати. Во! Да как так-то? Мгновенная смерть! Дофигеть! Дофигеть, это реально сложно! А чё, Шар, мне убивать с одного раза, что ли, да? Я случайно. А, у меня были просто неполные жизни. Фуфлик, ты чё с минигана? Я не понял. Ну ладно. Да зачем стрелять этим? Ой. Ой. Вы молодцы, ребята, вы хорошо играете. Видишь, я тебя не мог убить. Что это за читы? А? Да блин, да как ты догадался, что я в тебе, а как? Потому что ты, потому что я бы тебя убил, у меня бы засветило, что я тебя убил. Да блин, ну ты умный оказался, ребята. Все-таки догадался. Видите, у нас есть один чили-пиздрик. Видишь, тоже в этот скин не могу вселяться, так что меняйте. У кого там этот покемон, тоже меняйте. Это нечестно, мы же хотим по-честному играть. А я ведь помню, как ты выживал в предыдущем ролике. Да, есть такое. Умирал много. Я сам себя убил, класс. Он вселился. Он в этого... В Мерси, походу. Мерси? Да блин, да как ты догадался? А, я был в форуме вообще. Непонятно, в ком я был в форуме. В смысле? Кого? Буга-буга! Да ну вы... Да что вы? Да хватит! Я всех поубивал своих. Молодец! Я псих! Он не засчитывается почему-то. Ноль. Используйте красный. Есть, я с большим стал. Все, они теперь будут шары, да, фигачить, я понял. А, Дима стал большим. А если я возьму... А ну-ка, сейчас, подождите, килл пропишу. Сейчас будем его убивать. Да кто, фу-фу. Все, я большой, я большой. Я использую тактику Димы.
Зачем ты напукал возле кабинета? Ого, тут у меня аж пыль выступает, вы так фигачите. Ай, форум, не надо, ты его все равно так не убьёшь. Офигеть, через стены видно пыль. Отлично. Опа, возле любого же кабинета. Стены! Дима, вы упадете, все понятно. Какие читы? Я чужой может хватать через стену, он же сильный. Я знаю, где он. Он где-то возле стола. У него 900 хп. Да, у меня уже мало осталось, не переживайте. Что они будут делать, когда я стою их просто фигачу возле двери? Ой-ой-ой, я уже должен быть мега бессмертный. Ай-яй-яй-яй, больно, больно. Ой, я забросал ему пердежные гранаты. Офигеть, я не могу выжить так. Правильно. Че, залаз... Нифига себе, даже до двери подойти не могу, настолько вы закидали гранатами. Форум, ты че, разошелся? Молодцы, ребята, молодцы. Давай, давай. Ого. Вот это веселье. Кто меня гасит? Нате он по двоим. Я тут бомбу заложил почти. Молодцы. А чё я стою невидимым? Это очень странно. Я когда, короче, захожу в невидимость, я потом стою невидимый постоянно. Ладно, давайте так походим. Не будем в невидимку прятаться. Чтобы пацанам было интереснее. Ты о, чё, и ждем, ждем за угла. Сейчас только кто-то подходит, я их буду жрать. Ждем, ждем, ждем. Ну и смотрим, идет. Я что, третьего лица играю? О, вы молодцы, что накидали гранат. Ой-ой-ой, это было сит. На тебе за это. Ой-ой, больно, больно. У меня мало жизни, 55 хп, 55 хп. Я проживу, я проживу. Вот это у меня спина, офигеть, жесткий. Вообще такие торчат штыри у меня. А сейчас давайте еще раз проверим, могу я стать видимым? Или все-таки это баг игры? Да, это баг игры. А может то, что я от первого лица играл? Давайте камеру сменим. Так, сейчас мы проверим кое-что, я прячусь. Так, давайте полетим сюда. Потому что хочется все-таки вентиляцию прятаться. О, сейчас уже не багается. У меня жизни сразу отняли много. То я проверял, пацаны, то я не специально. Потому что я играю с модом от третьего лица, и поэтому оно исчезает. Рассавелла, брателла. Мгновенно, мгновенно уничтожили. Обстоятельства. Ой! Это было рядом. Он где-то тут. Да он за вот этой. Он за вот этой. Ха-ха-ха, веселье! Он там, он за этой, как ее. Ой-ой-ой, я в него вселился в это время, бомбу поцеловал. Такого я еще не видел. Ой-ой. Сумасшедший, что ли? О, да как? Опять, смотрите, я поцеловал бомбу. Ой, я знаю, надо сюда валить, надо сюда. А-та-та-та, отлично. Подожди, да я. Все. А где Дима? Димочка? Я заныкался. Я в нычке. Кстати, у меня вообще 18 хп. Хватит. А блин, пристрелил меня. Ого, синий туман, это просто побежал. Так, пацаны, давайте забирайте оружие. Вы что, мы же договаривались за рабовики пистолета, когда я маленький. Ты сказал любое оружие, когда ты станешь большим. А я уже маленький. Ой, поцеловал задницу. Ну все, ну хватит, ну реально, черное жерло, хватит. Жерло черное, ну. Будь белым жерлом. Ты своих убиваешь. Ну да. Давайте, кто убьет своего, тот лох. Давай. Погнали, проверим, кто... О, ну все, понятно, форум. Ташора. Ох, вы там гранат набросали. Так, туда мне пути нет, там я уже не пройду. Давайте сюда встанем. Саня, что ты меня бьешь? Да ты пройти не даешь. А смотри, поцеловал бошку. Я в акулу тоже вселяться не могу. Нет, можешь. Ты просто не попал. А, не попал. Блин, скелет. Да блин, как вы догадались, что я в нем? Потому что это скелет был возле твоего трупа. На, я в акулу не могу вселяться. Акула, не, давай бери скин другой тоже. Я уже три раза. Вы задрали убийцы такие, а? Лохматые. Вообще сильно мочат. Осторожно, осторожно. Ох ты, ох ты. А ну, Саня, ну ладно. Ну, что ли, мне кажется. Это я проверял вас. А! Ну что, надо вырезать?
Убил. Молодец. Ух ты, а как я умер? А, тут граната красная сразу. Понял. А где я заспаунился? О, какая-то комнатка. Надо спрятаться. Так, нормально. Алло. Ну что, пацаны, вы готовы? Сейчас я вас буду всех мочить. Ого, что за холодильник? Мне холодильником придавило. Ага. Ой, Дима, бежи. Да блин, я уже отсчитывал время. Да дайте, я же не чужой. Дайте я. Ну что вы, психи такие? Вот это неадекват попался нам в этом ролике. Ай! Да кто там срет гранатами изнутри? Это суслик. Моя тактика, Дим. Вот это была жесть. Вот это веселье начинается. Опа, опа, жертву вижу. Блин, да дайте выжить, я даже и выйти никуда не могу. Да это жесть, дайте выжить как-то. Ну нафиг, я с вас. Я стал большим, пацаны. Погнала жара. А, надо килл прописать, извините, забыл. На радость так, что я большой. Так, все, я понял, что я был невидимый, потому что... О, привет! Удачи, напомню. Ты чё? Я тебя еще с того раза помню. Вот это пацаны мочат. О, я сейчас, короче, загныкаюсь в классе и бомбу взорву. Если вы не... Пацаны! Даю вам минуту. Найдите его. Вы зачем кидаете красные гранаты? Это вот я иду. Фуфлик совсем офигел. Так, бомба. Небольшая бомба, ребята. Дима, время давай. Я скажу, когда минута пойдет, когда я ее заныкаю. Быстрее. Извините, обстоятельства. Все, минута пошла. Бомба заныкана. О, активировал. Ты что, террорист? Да. Чужой ксеноморф должен всех взорвать. Ищите быстрее. Ой. Ищите. Так, все, давайте, уже 10 секунд прошло. Тут так много. Быстрее. Вот он! Ты дурак, что ли? Нет. Ты бомбу взорвал! Молодец, нет, спасибо нет, тебе, ты за меня бомбу взорвал. Вы же должны были меня убить, а бомба целая остаться. Да вот именно, так я же по себе стрелял. Молодцы, ребята. Молодцы. Короче, чужой победил. Вы не смогли сегодня чужого выиграть, пацаны. Не, мы выиграли. Ну как, бомба же взорвалась. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Нам всем отличного настроения и всем пока. И я хотел бомбу взорвать.